Глава города Анатолий Пахомов назвал дорожников героями сегодняшнего дня. Для борьбы с последствиями стихии на курорт приехали специалисты со всего края. Всего на работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 27 подрядных организаций, именно дорожников. 297 человек ежедневно расчищали улицы, вывозили мусор, восстанавливали разрушенные участки. Работали они и в домах наших жителей. В город было направлено 118 единиц техники, 20 экскаваторов-погрузчиков, 73 автосамосвалов и так далее. Глава города выразил благодарность специалистам дорожной отрасли от лица всех сочинцев.